Христос воскрес, мы сегодня утро. У нас такой столик накрыли. Да, да, две бабушки Степкины, так Степан довольны. Давайте, кто будет со мной стукаться? Все. А ты мне так сделал? Ну, Степан меня. Все, меня разбили. Степка, у кого целая осталась? У меня. Ну-ка сюда еще бей меня. Все, разбил. Все, приятного аппетита, кушаем. Спасибо. Фионочка наша, все? Ее забирает? Все, Фионочка наша девочка, вот она, покусает меня за пальчики последний раз, и она уезжает до бабушки. Ой, смотрите, прям за лицо. Укусила меня прям за лицо. Правильно. Фионка, ты что такая вредная? Красоточка, все, пока-покасики. И телефон кусает. Сегодня к нам зайчик забегал и принес деткам паички. Вот доченьки два яйца. Вот они. И сыночки. Ну, сынок у нас меня с утра уже открыл. Мы все спали, да, сынок? Он успел замочить яйца. Так что это. И вот у него две игрушечки. А доча потом свои игрушечки покажет. Так что вот такие мои хорошие. Поставила я чуть-чуть отварить картошечки. Целый потом лучок зажарю сверху лучком. И мяско пожарим. Сядем все за стол. Так, стол поставила, лавочку поставила. Здесь приготовлена у меня решетка. Здесь у нас костер горит. Мангал. Ждем, сейчас придут сестренка с мужем. В гости к нам. И будем мы христоситься. Яичками стукаться. У нас солнышко светит. Вообще так хорошо, прекрасно. Жду не дождусь. Где они? Что-то идут долго через переезд. Никак я дождаться не могу. Ай, какой огонь на меня, смотрите. Огонь на меня. Кошка открыла проветривать. Пантера села и сидит, наблюдает на улицу. Скучает по своей Фионочке. Она еще не поняла, что ее нет. Она думает, спит. К вечеру будет бегать, орать, искать ее. Так, овощи я помыла уже. Приготовила. Укропчик приготовила. Так что скоро будем нарезать. Что на улице встречать наших гостей. Они где-то идут, идут, идут. Привет, штримелятам. Воистину воскрес. Вот пойдемте быстрее забегайте, там уже огонь разжжен. Так, вот мои гости пришли. Неужели я их дождалась? Давай, Лилька, с собой. Наташа, иди. О, Лильку разбила я, давай. Я разбила. Наташка, Наташка, давай, давай быстрее ко мне. Поворачивайся. Зайчика, зайчика, давай, да. Бей меня. Я? Да. Я вон уже разбила и бабу Лильку. Твое. Смотрите, Наташкина прям конкретно. Она разбила. Давайте. Мое. Мое сильнее. Давайте мое. Тот, который разбил. Ладно, я сейчас, тоже хочу. Давай. Дайте я здесь поставлю. Подождите, подождите. Не... Давай. Где передом? Кто бьет, ты или я? У тебя деревянная поди. Слышь, когда все яйца разбивала, нормально, да? Да подожди, баба, что ты бьешь из-под зада? Из-под зада. Мое уже все разбито. У Наташки деревянная. Давай, Наташа, давай с тобой. Кого давай? Нет, давай с бабой сначала. Баба, ну у тебя тут побито все, как бы я тебя разбила. Давай. А тут еще не разбито. Она деревянная. Кого? Что? Светка? Ну-ка, Светка в ход пошла. А, Света, давай. Лиля, открой Саша с Наташей. Давайте, у кого чье? Передом? Передом? Давай, передом. А теперь, Наташа, поворачивайся обратно. Давай, задом, задом, задом бьем. Давай теперь. Ну так, нечестно. А Наташка деревянная. Да не деревянная. Она ее лаком покрыла, зашушила в лампе. Слышь, Наташа? Она ее лаком покрыла, засушила в лампе. Засушила. Я обычным маркером покрасила. Все, давайте ей кошку скушаем. Сырочек кто-нибудь будет сырочком? Каким сырочком? Я с майонезом ем. А, давайте, давайте. Майонез доставай. Стол мы еще не накрыли, так чуть-чуть накидали и, короче, уже кушаем. Сейчас овощи нарежем еще. Всех с праздником. Так, чуть-чуть возьмем. Давай, с праздником. Так, там у нас мангальчик жарится. Так, здесь шашлычок у нас уже вовсю жарится. И сосиски две стороны. Там еще партия сосисек будет. А наш шашлык весь сюда зашел или еще есть? Да. Еще есть партия, да? Ой, вообще красота. Все, жарится.
Жарится, жарится вообще обалдеть. Прям. Ты моя сладкая девочка. Всех с праздником. Ой, вообще так хорошо на улице. Вообще кайф. Сегодня мы с тобой кайфуем. Танцуем. Нет, мы кайфуем. Вообще. А на солнышко я ухожу, я одеваю. А, чичи. А, чичи. Да я-то не могу от чичи одеть. Оу, yes. Так, шашлычок у нас уже достают. Смотрите, какой шашлычок. Ой, аромат стоит. Картошку горячую наложила. Лук не успела зажарить. Короче, никто без... Все, уже без лука едят. Сейчас зажарить. Овощи давай, дорежу. Вот картошечка следовать. Так, все, овощи нарезала я. Так. Все, теперь я мяско хочу попробовать. Хочу мяско попробовать. Учителя вообще скромные. Говорит, нечего, говорит, в моем доме говорит. Развлекается как можем. Мы во дворе, никуда не выходим. Короче, поставили банку и сбиваем палками. Кошвара играем. Все по очереди. Так, Степановай. Мимо, баба. Мимо. Ну-ка, кто следующий? Так, ну-ка, Наталья, давай. Молодец. Ты вообще красота. Чат. Степка у нас по крыше лазит. Вау, вообще. Дочь, она что-то хочет тебе сказать. Степан проверку пошел вести на крыше. Наши там вон сидят все. Степа, что он ходит? По крыше ходит. Солнышко, надо туда лечь, позагорать. Решила покататься на велосипеде, еще ни разу не ездила. Так что прокачусь сейчас. В этом году! Все, лети! О, пролетела! Лиля, кирпички не ешь, чтобы она остановилась. Она Галя. Нет, ты Лиля. Если была бы дорога вообще офигенская, можно было полетать. Да, ну. Так что, кому понравилось наше видео, ставим пальчик вверху. Подписываемся. Всем пока-пока. Шура, иди сюда. Всем пока-пока. Шура в кадре. У-у-у.